Ну, мне нравится ход сегодняшнего дня. Я смотрю, что все гости приходят с какими-то необычными продуктами. Виталий, доброе утро. Рассказывайте про свои новинки. Доброе. Да, мы компания Сибалт, город Омск, мы из Сибири. На самом деле мы уже работаем с Санкт-Петербургом, но нам этого недостаточно, поэтому мы приехали к вам на выставку для того, чтобы показать себя и показать наш продукт. Собственно говоря, речь идет о нашем лидере, вот я его показываю. Это арахис жареный, так, соленый, угу. Есть еще и со вкусами, он называется пивахис. Вот. Этот продукт, по сути, уникальный. Мы жарим этот продукт уникальным образом. К счастью, к нашему, да, никто еще так не жарит в России, и, надеюсь, эта технология так и останется уникальной. Ну, жареный арахис здесь, ну, все приблизительно понятно. Вот я вижу, что у вас в руках еще одна необычная коробочка, вот это самое интересное. Показываю эту коробочку, это называется смеси в Кораксе. Значит, чтобы было понятно, называется торговая марка «Теперь вместе». Угу. Это созвучное название, мы в одном продукте соединили и арахис, и сухарик. И при употреблении этого продукта отличные вкусовые качества остаются во рту. Он идет как самостоятельный продукт, как закуска к пиву. Это уже на выбор нашего покупателя. А почему решили соединить именно арахис и сухарики? Я правильно понимаю, что это два самых употребляемых и локомотивных продукта компании? Все верно, абсолютно. Вы прям попали в точку. Действительно, это локомотивный продукт, который востребован нашим потребителем. Мы продаем очень большой объем на сегодняшний день по Сибири, по Дальнему Востоку, по Уралу. Теперь вот пришли в западную часть России, чтобы завоевать любовь потребителя и западного. Ну, сухарики и арахис вместе, а мы с вами вместе на выставке Питерфуд. Желаю вам хорошего бизнеса. Спасибо. И пусть действительно здесь найдется широкий спрос на ваши продукты. Спасибо. Спасибо.